Ну что же, ребята, мы возвращаемся с вами в самый что ни есть прямой эфир. Продолжаем наблюдать за первым полуфиналом сетки Виннеров. По-прежнему играет Team Secret, по-прежнему они играют с командой Vici Gaming. Ну и на данный момент счет в серии 1-1 после невероятной, собственно... Первой карты, вторая была, скажем так, односторонненькой. Да, там все довольно быстро закончилось. Старались что-то сделать Vici Gaming сначала, какое-то там себе прям преимущество создать огромное, оставить Люкана, спокойно ломать вышки и так далее. Была сильно какая-то задумочка у Vici Gaming, хотели прям так вот, опять же, на каких-то тонкостях просто выиграть игру, но против Team Secret такое навряд ли получится, и тем более Team Secret забрали себе просто героев-убиваторов, герои, которые могут сжать ПКМ, идти, ну, просто крошить лица, как Акс и тот же самый Bristleback. Ну, понятное дело, ничего абсолютно Vici Gaming сделать против таких персонажей на 20-й минуте уже не могли. Ну и вот сейчас заработали Vici Gaming, как зарабатывают. Да, еще пока не заработали, действительно зарабатывают себе путевочку в сетку лузеров своим пиком вот этого Баунти Хантера последнего и так далее. Да, БХ мешал, никто не спорит, но Дарксиры, Баунти Хантеры... Ну да, короче, пик был не такой, которым выигрывается дота, вот скажем да. Так. Вот, именно. Таким выигрывается, возможно, 2,5 КММР, там, баунти хантерами в чужих лесах. Ну, типа да, но выиграть там, ну, это как-то странно выглядело. Это выглядело очень-очень странно, скажем честно. Действительно. Ну, посмотрим, что сейчас, естественно, Vici Gaming будут предпринимать здесь. Team Secret, я думаю, они настолько же уверены, как и в прошлой карте, то, что первая игра была ошибочная для Vici Gaming. То, что 17-1 у них стало, и они такие, ребят, а вы поплатитесь за это. Да, я вам объясню, собственно, как. Мы вам объясним сейчас, как надо играть вообще-то. Потому что это было случайно, мы должны были выиграть. Это нам. Чуть-чуть не прошло. А, ну и хайп. Так, посмотрим по двум первым героям. Vici Gaming. Батрайдер, снайпер. Как-то вот опять же есть какие-то мысли, возможно, у Эфая. Не, ну Бэтрайдер это очень хороший герой для них, да и снайпером они тоже выигрывали, так что, ну, в принципе, может быть, идея есть. Да, да и снайперы против СФ изначально стоит неплохо. Потом, да, понятное дело, там СФ просто койлами начинает все дело загребать. А есть Леон. Леон, я слышал, очень сильно гангает снайпера в мидлейне. И любой такой же герой, как Леон, со станом. Ну, естественно, если есть СФ, то снайпер будет помирать. Поэтому стоит ли ставить снайпера в мид? А вот черт его знает, может быть и нет, но эти любят так делать, скажем так. Причем очень любят. И не один раз уже, по-моему, играли даже. Да, видел я также и снайпера, и Бэтрайдер уже. Managed Operation сразу же просто вывозит... Пупей также отлетает Шейкер. Вот, в принципе, про что я говорил. Бэтрайдер будет комбинировать себя с Ancient Operation. Это, понятное дело, ну, как бы, я думаю, все это прекрасно понимают, это дефолт. Но Шейкера как раз-таки банят вот, для того, чтобы не убивали снайпера. Вот так вот. И, опять же, залетает Bristleback. Но этот раз Bristleback для Зая. Да. Отправиться у нас в Bristleback сложную. Леон саппортик, СФ, скорее всего, в мидлейне. Я не думаю, что Артизи у нас пойдет фармить на СФ. Хотя... Ну, он может пойти. Может, да. Действительно может. Там нет никаких проблем. И ES4 может пойти фармить на своих героях, может отправиться в мидлейн. Им без разницы, на какой линии играть. Да, ну, тут показывают одним глазом, я подсматриваю, что происходит в Китае. Настроение у Секрета более-менее нормальное. Ну, понятное дело. Так, ну и что ж, бонус тайм FY сейчас неплохо так уже начинает тратить. Нужны герои, которые бьют Bristleback. Есть герой Акс, но куда ставить этого Акса? А ну черт его знает, куда его ставить, но опять-таки, блин, вот секреты, конечно, начинают вот это прям по ходу придумывать новые стратегии, модернизировать их и так далее.
Вот сюда влетает действительно Акс для Вичи Гейминга. То есть и СФ он, в принципе, ну, может убивать, когда он у него прыгает прям в упор. И Бристлбека, разумеется, тоже. Потому что постоянно он переворачивает его к себе лицом, его бьет снайпер, это все дело понятное. Ох-ох-ох, и Shadow Demon. Увеличивают свой боевой потенциал сейчас Вичи Гейминг с каждым пиком. То есть теперь есть Soul Catcher. Если сейчас какая-нибудь Лина вообще здесь будет, я не удивлюсь этому точно. То есть Бристлбека нужно как-то убивать. Да, Soul Catcher подходящий спелл для подобного. Также есть, естественно, Пурж Демоник у Shadow Demon, также огроменнейшее замедло. Ну, мы до сих пор, кстати, ждем, пока ночной Shadow Demon не агонимы собирать. Так что, может быть, получится. Да и Shadow Demon, да, может быть, когда-то. Да и Shadow Demon, в принципе, хороший герой. Довольно удивительно, да, что там Shadow Demon у нас появляется не против антимага. Мы привыкли видеть его действительно против АМа чаще всего. Ух, ни хрена по себе. Пупей сыграл две игры на Чене, Чена забанили, но Пупей говорит, ребят, тут есть еще одна подруга. В принципе, похоже довольно-таки на Чена, но хотя... Всех не перебаните. Да, всех не перебанить. На Инче, естественно, Пупей тоже играть умеет и может, в этом никто не сомневается. Но все-таки Чен более сигнатурный для Пупея, и есть у них небольшая разница Инче и Чена. Ну и ждем четвертый пик от Вичи. Это Патма. Это Патма. Shadow Demon Патма. Старый абуз 200-летней давности, который, в принципе, уже никто и не юзает. Чаще всего даже но потом Вичи уже видели Пейна. Но Вичи в общем юзают Патму. Ну, опять же, что такое здесь Патма? Хороший герой Патма в Доту 2. Так... Я бы не сказал, если честно. Фармящая Патма, возможно, здесь как-то еще... Не-не-не-не-не, это будет точно суппорт Патма, ну, то есть это значит, мы не сомневаемся. Ну. Значит, эта Патма будет отлетать везде абсолютно. То есть мы видели там всяких этих вот потом, которые бегают, стараются кого-либо гангать. Бристлбек сложный, да, возможно, он умрет. Я не спорю с этим. Действительно, есть Патма, есть Shadow Demon, все это очень легко делается. Но как только что-то у них не получается, эта Патма начинает... просто бесполезничать на карте. Она просто бегает, она просто ходит по карте и на своей там на своей тигрице и ничего полезного не воспроизводит вообще, кроме Moonlight Shadow. Вот я боюсь то, что будет что-то подобное, так как Team Secret все в ордах. Да, Secret шарит, Secret умеет, ну блин, Vici Gaming, я кстати даже гляну статистику. Так, где там матч, где там оно у нас там есть. А сколько сыграл FY на Миране? Ну, титры глючат, ладно, бывает. Но я помню, даже вот буквально в групповом этапе они хорошо отыгрывали. То есть, ну, они умеют, значит, могут что-то там показать. Нет, ну против каких-нибудь ньюби сейчас, возможно, да, возможно, они сыграли хорошо. Но... Так, я сомневаюсь, есть Джиггернаут для Team Secret, вот она, боевая мощь, два очень хороших саппорта с огромным дэмэджем, да, с подхилом, куча контроля, Джиггернаут, СФ, да как вообще здесь Патма собирается жить, я не понимаю. Понятия, не, ну тут суть даже не в Патме, как тут собираются снайперы, бетрайдеры, как они тут все собираются жить. Да, 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 это конечно да, и вот нужны были герои, да, пикнули Shadow Demon, отлично, ну нужен Медуза, вот так вот. Хардкорчик пошел. Да, Vici Gaming играет 4-1 сейчас, насколько я понимаю. То есть Black будет просто фармить. Black вообще не будет ничего абсолютно делать. Black, наверное, даже Медуза через Мидас какой-нибудь и Медуза на линии. Хоть мы и привыкли, да, сейчас видеть там Медузу мидлейн. Нет, Black, а, ты смотри, супер берет снайпера, это что вообще, это как вообще, это почему? Я думаю, потому что снайпер будет настать в миде, а Black будет фармить на Медузе. Фармить. И прям... Но это очень странно, учитывая, что обычно у них играет именно Black на снайпере, а Супер играет на Медузе, в миде, да, там. Ну, то есть, как-то вот решили вот так, ну, да ладно. Экспериментировать, возможно, действительно что-то. Ну, еще Но... одни нашли время. Ну, да, действительно, время самое подходящее, наилучшее. Ну, пик у Team Secret убийц, пик убийц. Да, ну интересно, конечно, как... Ну, тут, конечно, дело во времени. Опять-таки, если... Хотя даже не во времени, даже, грубо говоря, если взять там какую-то 60-ю минуту, то теоретически все равно они могут Блэку напихунькать вот этими героями. Причем вполне могут. Так что, что они все стоят?
А это меня лагает, это меня лагает. Ну, ты просто там реконнектнись у нас. Да, я реконнектнусь, потому что они у меня все стоят, и я такой, вот, что за фигня вообще происходит. Да, да, там начинают потом они двигаться спустя секунд 15, потом опять стоят секунд 15, прям вот такие вот шахматы. А, кстати, у нас здесь, возможно, сейчас стычечка будет. Сейчас мы будем слушать, как по радио у меня. Ну да, я пока реконнекчусь, вот я реконнекнулся, и все нормально, стычки нет, все довольны, ну, и все хорошо. Да, и все, они просто отошли сейчас немножко в другую сторону, секрет. Да, ну по героям. Разобрать, да. Пупей, на НЧ Артизи, на СФС 4, на Бристлбеке на этот раз Джиггернаут бай Зай, это Джиггернаут сложный, ну и второй саппорт, это, понятное дело, Куро. На Лионе Фенрир сыграет на Shadow Demon, FY будет играть на Миране, Ice на Бетрайдере, Супер на Снайпере и, как мы уже с вами разобрались, на Медузе сыграет Доминик Райтмайер, ну или Блэк. Да, еще очень странный Бристл Бэк сейчас, на самом деле, это с фор. Я все-таки думал, что это для Зая герой, а Зая отправляется на Самурая все-таки в сложную. Тоже интересное решение, почему Джиггернаут сложный, все уже привыкли, это то, что Джиггернаута на этом конкретном турнире, да, все чаще и чаще начали юзать на Easy Lane, да, все чаще и чаще команды, в частности, вот Big God, да, вот используют они его на Easy Lane, когда он идет там давит, убивает, ну. Но IG, например, по-другому немножко играют. IG там кси просто его себе в сложную забирает постоянно. Ну, IG, поэтому IG в лузерах, скажем так. И будут играть с LGD сегодня. Здесь выход на SSS. Подкопали. Хорошо, Бутрайдеру очень сильно сейчас пробили. Ну и приходится Бутрайдеру улетать отсюда и отправляться к себе под вышечку хилиться. Ну вот да, есть вот. У него немножко еще тангусов. Я думаю, на первые деньги он сразу приобретет себе стики. Арл что... не попадает в Артизи. Вот, кстати, было очень опасно сейчас. Артизи под шрапнелью, это тоже все равно опасно. Кстати, супер, это надо тоже бежать, потому что прибежал сюда Пупей. Вообще, СФ против снайпера, в принципе, довольно серьезно так втерпает. Если хороший изначально снайпер, да. Если есть помощь. Изначально, да. Да, да, да. Ну, потом, да, потом, когда у СФ появляется дэмэдж, уже намного все становится проще. Бутрайдер. Опять же, очень мало хп, еще один тангусик сейчас сразу же подкидает. Бутрайдера просто, там буквально 115 хп сейчас было. Ты посмотри, просто Ифай не хочет отпускать. Артизи, да, я знаю, как Ифай играет на потме. Я знаю то, что Ифай умеет. Ифай одна из лучших вообще потом. Но если попадет где-то, то, конечно же, это будет очень круто. Причем он всю игру так будет играть. Побежал курьер, вот эта свинья такая. Артизи, и полетела стрела. Где стрела? Ну, поздно крипа. Стрела. Куда да, она? Крипа. Куда, куда эта попадает? Стрела летела? Я не могу понять. Было же видно, что шрапнель замедлила. Дай ему стрелу. Под шрапнелью от стрелы увернуться даже тяжело от этой самой стрелы. Так что, ну, тут немножко Фай не доиграл, скажем так. Shadow Demon. Прячет нас там Зай сейчас. Зай немножко подрался с своими иллюзиями. Ты, в принципе, ты посмотри, Зай как-то наглеет довольно неплохо. Здесь Пупей. Хорошо, хиксанули, айс-айс-айса и в таверну отправляют. Такого вот хардлайнера. Кстати, это прям легенда. Просто легенда о агрессивных хардлайнерах. Ну, типа это да, но вот как мы видим, его один раз расхарасили до лоу хп, второй раз расхарасили до лоу хп, он все равно летает по лесам. То есть как бы без регена, без ничего. Ну, айс так не играется. И в итоге по папе скороки наказывает айс-айс-айса и зарабатывает ФБ. В миде 16-3 у СФ и 6-0 у снайпера. Супер, пока... Очень-очень-очень тяжело у него с крипстатом. Ну вот, да, Артизи он гоняет постоянно. Артизи там постоянно бит и вынужден регениться. Вынужден как там банку обузить, бегать туда-назад. А уже, наверное, третий раз она бегает. Ну, суть-то в том, что у Артизи-то крипстат просто бешеный. А чем выше крипстат у Артизи, тем хуже дела у снайпера. Ну вот, как бы, да, есть тот же самый Фай, но помощи особо не заметно. Ну вот летит незаметно. Опять стрела, Арл, ну и опять ну, такая. Спокойненько уворачивается. А вардика-то, в принципе, у Артизи даже не было. Ну, возьми шейкеров, может быть, да, вот Патма, если Шейкера как раз-таки забанили. Шейкер ага. Забанили. Шейкера забанили сами, причем VG Gaming. Ну, то есть, вот эта Патма, да, то есть, это герой, который очень сильно завязан на удаче. То есть, ну, типа, попадешь, не попадешь. Попал к Артизи. Артизи идет просто на супер. Ладно. Зря сейчас Артизи так идет. Там Артизи Зая, очень кстати, больно убили. Пробивают. Артизи. Крайне ему больно. Еще одна шрапнелька. Здесь сразу же полетел кентавр. Еще одна шрапнелька. Артизи умирает. Очень глупая смерть. Да, и в миде вот эти два крипа ничего сделать. Ну, тут Артизи очень тупанул. Я не совсем понял, как он это сделал. Параллельно там убивали у нас Зая.
Я не знаю, как, потому что я не успел посмотреть, но, так понимаю, вчетвером забежали. Ну, спрятали, как бы, да, через Arrow, скорее всего, именно, да. Как раз таки сейчас Джиггернаут пытались так убить. Там Mystic Snake третьего левела, так что, в принципе, все понятно. А здесь супер спокойненько в соло разобрался с Артизи, потому что Артизи решил пойти, ну, вот тут вот фармить крипов. Когда Артизи очень здесь тупанул, просто очень тупанул. Артур, давай, проснись, братан, чё происходит вообще? Артизи тут денает крипа, нужен дэмэдж. Говорит, давай я заденаю, попей, ты себе еще одного найдешь, все равно он скоро закончится, так что все правильно тут сделал Артизи. Но это опять-таки, а у Супера-то уже есть ассасинейт, у Артизи пятый левел, у Супера шестой, и вот сейчас с ультом не весело. С4! Вот это вот вообще идиотский сейчас фраг. Вот это вот сейчас очень плохо, потому что в миде погибает абсолютно дешево, как любит говорить НС. Погибает у нас сначала СФ, и здесь еще более дешево погибает. Все-таки, по сути, мейн кэрри Бристлбэк. Да, какие-то очень глупые вот эти вот, даже не то чтобы размены, а просто глупые какие-то телодвижения и не стоящие, в принципе, такого риска. Ну я да, знаю, да, ничего. Да, ну то есть почему туда S4 побежал по Тауэр? Как так вышло, что он бегал 15 секунд просто по Firefly и... Ну, ладно, бывает. В итоге 5 левел SSS, вот S4 опять его напрягает. SSS по-прежнему, кстати, без Magic Stick, я не знаю почему. 6-я минута игры, Magic Stick он еще не купил. Причем стоит постоянно против этого Бристлбека. Но пусть все фыркает, так стрела в миде, опять не точно. А Шапнель по Артизи так наваливает, просто забей. Еще одну тычку супер можно было ультовать, ну там банка есть, поэтому супер... Не особо так супер, спешит. Супер понимал, да, потому что в любом случае он надо хилиться, так что супер лучше занялся просто крипстадом своим. И посмотри, 24 крипа, у СФа 29, Артизи-то теперь не так силен, как был изначально. Да, догнал, конечно, супер очень хорошо. Гвардец стыкнули, пошел опять Шрапнель, и на этот раз Эфай за Артизи, и это минус Артур. Да, Артурка-то сегодня показывает не самую сильную игру, что в первой, что в третьей карте. На второй карте, конечно, претензий к его, собственно, Бристлбеку вообще не было никаких, но здесь на СФе от снайпера дважды умереть, это, конечно, очень плохо. И 4-1 Vici Gaming, 4-1 Vici Gaming, и дела у этой команды действительно идут очень хорошо сейчас. Да, начинают как-то уже вырывать изначально свое преимущество, то есть снайпер 2-0. Как бы, да, и под матом третий уровень, у есть вторая Arrow. Все хорошо, все фармят Black. Фармит Блэка вообще никто не трогает. 34 крипа. Никто ему абсолютно не сможет здесь помешать. И вот оно, хорошее начало. Стрела если... в S4 и минус S4, который сюда пришел и умер. Что вообще происходит? Почему секреты настолько наглым образом сливают начало игры? Ну, мы все понимаем, что у них хороший пик, что у них типа... Ну, если честно, я все равно ничего не понимаю. То есть, если у тебя хороший пик, то это означает то, что можно идти и как-то подфидонивать. Ну, ты наоборот, ты играешь против Медузы, тебе наоборот надо просто-напросто идти и давить. Ну, давить не вот сюда, в соло Бристлбеком против трех героев. Ну, да. Ну, вот, можно давить Медузу там с Джиггернаутом хорошо, и с Леоном, допустим. Это можно, я с этим полностью согласен. Но пытаться убить Шадоу Демона по тьму... Нет. Навряд ли это была хорошая идея. Но все равно, я думаю, сейчас Secret немножечко поймут то, что нужно как-то соображать. То есть нужно стрела мимо Артизи пролетает, ну и вот тут его не убьют. Если бы Фай попал бы стрелой, я думаю, может быть, сюда бы побежал бы супер, но... Да, Секретам надо собраться. Секретам надо совсем немножечко успокоиться. Ну, и тогда... Да, и начинать понимать вообще, что происходит сейчас. Так, ну, Артизи есть свое выформи, даже если 0-2, ничего это страшного, понятно. У Артизи все будет, это Артур на эсэфе. Не знаю, все ли, да, ну там какие-то там, какую-то там, не знаю, меку или там ветра, что он будет делать, он выфрей. Тут Куро подбежал, сразу на тебе по голове Шрапнели, братан, треть хп куда-то пропала, Артизи с супером, еще Шрапнелечки так в сторону регена, здесь же Зай, ну и супер решил на Зая все-таки не бежать, потому что есть им не слэш. Да, он просто сломал сейчас здесь реген. Шел обратно в сторону, здесь, S4, никакие проблемы. Или это сейчас у Асиса будет проблемы? Да, черт пойми, у кого, наверное, больше у S4, потому что рядом все-таки имеется FY, рядом тоже имелся давно Фенрир, который очень битый, но ушел. Да, трипл целый разбежались. Прогнал. Просто разбежались сейчас. 1-5, вот так вот. Как-то все.
Ну, у снайпера и у медузы все просто великолепно. И Бэтрайдер тоже себе немного разогнался. У него есть Тренфилд тапки стик и 1600 голды. Просто суперстар для Вичи Гейминг. Да, можно сейчас пойти отфармить просто весь лес и уже выфармить себе кинжал телепортации. С этим кинжалом телепортации всяких присталбэков, эсэфов, опять же, тянуть к себе подвышки. Самая, наверное, наилучшая идея. Артизи. Да? Артизи фармит леса. Ну вот, опять же, даже если эсэф умирал на линии, он просто линию допушивает вот до сюда, выходит в леса, фармит два спота, возвращается обратно. Это самый лучший герой в мидлейне, то есть он фармит все, он фармит и линию, да, и два спота. Там супер тем временем убивает еще раз С4, Куро тем временем пытается убежать здесь от Айсайса, рядом Артизи, ну и решили развернуться ребята. Хотя, может быть, и не стоит разводить, Джиггернаут в Блэка, нету дэмэджа, Блэк сейчас закончится моношилд, нет, не закончится моношилд, просто разворачивается Зай, никого не смогли убить. Артизи, Айсайсай застрял! Айс! Да, там есть и... поставили все-таки Vision. Боже, просто какая ошибка от Айса. Закончился у него Firefly в такой неудачный момент. Ну, бывает и такое. Но Dominating супер, который у нас сейчас купит Madness, ну и Куро погибает. Это мега-килл. Слишком легко для супера. Подошел вот так вот постоять. Вот здесь вот Леон и... Смотри, Артизи. Отлично. Хорошо. Да, это будет появляться ветра сейчас у СФ, но, в принципе, Артизи как раз-таки играет через эти ветра. Есть два вида СФов. Сейчас мека, ветра. Не тут, будем вспоминать тут ветра действительно. Тут ветра действительно имеют очень-очень большой смысл, да, как бы хотя бы уворачиваться тут ульта снайпера. Это уже огромный плюс. Да, да, или опять же на реакции всяких бэтрайдеров там поднимать, которые прыгают, и что-то подобное, да и самому, возможно, убивать стоит того же самого Фенрира в соло. Как бы, да, ты его поднял, он упал, пару койлов под него дал или ультанул. То есть, вроде, вариант как бы из пабов, вот эти вот ветра все. Не, но он же работает, и мы а, один работает, раз видели. Работает, да, работает. Да. Я и от Сумайла видел в его Genius, и от Артизи, наверное, раз 5 видел эти ветра на Исэфе. Работает, никто с этим и не спорит абсолютно. Ну что, СФО тем временем 0-3-0 имеет, несмотря на хороший крипстат. У него 3500 нетворса, стоит он от Блэка на целую тысячу, на 1500 от супера. Но вот Артизи к суперу подобрался только за счет того, что сбил ему мегакилл. Ну и вот у Артизи мы видим 1-2, у супера 5-1 на снайпере. Ну и Блэк, Блэк просто сходу будет покупать себе АФ Скади, я так понимаю. Да. Квилла, Грыжный Стик, Фейсбут, Скади. Так, сейчас же прям мейнстрим конкретный. Не, то ну есть... это, ну, слинки обычно начинают на Дузе все-таки. На таке ни разу не видел линку на Дузе. А, нет, один раз видел, на 50-й минуте купили линку. А, ну, может быть, да. А тут сразу же выходит Блэк в Скади. Не, Скади это хорошо на Дузе. Тут каких-то претензий быть не может. Причем, ну, с его темпами фарма он это Скади вынесет до 20-й минуты. И действительно будет очень жирный герой. Ну что, Secret тем временем забрали тауэр на нижней линии. Бэтрайдер приобретает себе дагер. Сессия с дагер. 13-я минута матча. И по-прежнему у нас ничего не ясно. Но впереди Вичи. Впереди Вичи были. Сейчас вышли секреты. Было у них там 2000, но мегакилл. Да, в принципе, это 12 минут, это все такие мелочи. Прям сейчас, наверное, важно, у кого это преимущество все в руках. В смысле, именно из героев. И фармит ли Блэк, фармит ли снайпер. Минус S4, вот так вот здесь разбирается. Я тоже пропустил этот фраг. Не-не-не, я не пропустил, я показывал его, просто я тебя не перебивал. Там Бэтрайдер прыгнул, его вытянул. Там еще был интересный момент в конце, как Куроки стрелянул ультом в снайпера. И у снайпера осталось 50 хп, немного не добили его. Но дагер, быстрая реализация, точная, четкая реализация. Все правильно, все как должно быть сейчас у Vici Gaming. Ну вот проблемы начинаются у Secret. Да, спрятали в миде Джиггернаута. Летит стрела, Джиггернаут отлично раскрутился. И на развороте надо забирать Фенрира. Минус Фенрир, однозначно. Да ладно. Нет, все-таки минус, но Зай скорее всего погибнет. Хотя вард неплохо. И Куро тоже, Куро тоже надо расстреливать. 11 уровень, очень много уже дэмэджа. Под мобом просто настреливать стоит супер. Ой, спор 0-5. Сейчас Ару и... Здравствуй, Бристлбэк.
Да, в таверну здесь отправляет. Вард выхилить не смог. 0-5. Бристлбэк на изи линии. Я не понимаю. Я не понимаю. Ну, что не понимаешь? Ну, напопадал. Да, это не Т-секрет. Что-то пока вот немножечко у секрет не идет. Хотя ты понимаешь, в начале первой карты мы тоже с тобой обсуждали, что, блин, что-то секреты как-то как будто сами не свои. Во второй карте собрались. В третьей опять мы видим Vici Gaming их переигрывает. Может, это не просто там секрет? О, ты смотри! Вот это вот жесть. 3 ТП, слоу, артизи, супер, отбегает, ну и все. Да, на этом все заканчивается. Абсолютно все сейчас пролетели. Вышку просто здесь ребята задунают. 4-10, и я именно не могу понять вот эту вот соль Бристлбэка. Бристлбэк вроде бы фармил легкую. Да, там умер 1-2 раза. Ну дальше-то зачем? Стоит дальше фармить эту линию. Никому не мешай. Ну, ты понимаешь, что он умер 4 раза в миде? Ну как в миде? Он у нас вот здесь вот под вышками нет, умирал. Ну один раз он там умирал. Остальных 4 раза он умер в миде. Ну... Его плохо. Вот здесь раз убил Бэтрайдер, потом он зашел вот сюда, умер. 2 раза он сделал, ловил стрелы, ну, то есть, ну, это забей. Называется, приходил в мид помочь. Братан, почти помог. Только кому помог, не ясно. Нам, СФ, ну, скролл себе там артези тащит, я думал, что-то более интересное. Ветра, понятное дело, уже появились. Нетворсы. Нетворсы, кстати, не такие уж и большие. Да, 2 игрока из Vici Gaming имеют сейчас там 6600 оба, а у Secret 1 имеет 6600. У S4 все-таки 5000 пока что. И появляется мека потихонечку у Бристлбэка. Бристлбэк. Вот ты посмотри, как все классно. Один фармит Эншентов все стаки, второй фармит лес все стаки. И... Ну, типа, да, но на линиях никто не фармит. В этом-то проблема. А здесь фармится топ, здесь фармится ботом. И, собственно, только в миде разве что никто не находится. Ну, по-моему, получше все-таки, наверное, фармить линии, чем лес. Но в не пятером. Знаю, уж слишком много выфармивают вот, сейчас секрет. Два героя. И сейчас могут убить супера. Нужно убивать супера. Хорошо. Хорошо, улетело не туда, куда надо, но супер все-таки сбрили. Куро. Куро точно догорит, хотя есть хилинг вард неплохой. Ну и теперь Куро прокляли. Куро пытается все-таки жить под хилинг вардом. Но нет, подъезжает, конечно. Уж слишком много дэмэджа. Погоня. Зацепят ли как-нибудь Зая? Ой-ой-ой, стрела залетела в крипа. Прям Зая прикрыла собой, скажем так, крип. Тут пупей будет ли слоу. Ну тут полетела уже змейка и, наверное, не стоит. Хотя S4 в инвизе. S4 в инвизе. Фенрир на развороте. Здесь Starfall. Пупей, эскорт. Так, ну, дэмэджи и Пупей просто сейчас разложили Пупей за секунду буквально. Да. Очень больно пробивает Vici Gaming. По-моему, у Secret огромные проблемы. Да, да, все действительно именно так. Хоть и в золоте это как-то сейчас не сказывается. Но, хотя, в принципе, 7500 артизи. Артизи ничего не потерял сейчас за эту драку. Артизи все выфармливает. Плохо то, что Медуза тоже фармит. Ну, снайпер погиб в драке, то есть это плюс для Секрета. Ну да, вот Медуза, наверное, это все-таки самая основная проблема сейчас. Ну, пока еще нет, но это станет самой основной проблемой. В самое ближайшее время причем. Ну, поглядим. Так, пока у нас Супер продолжает фармить. Мы видим, 300 голды есть Яша, пока ничего нового в курице у него не имеется. И вот рядом с ним FY. Так что, в принципе, можно пытаться Артурку убить. Что там со шрапнелью? Есть? Ну, есть 2 заряда. Можно было бы. Ну, да ладно. Потом решил. Даггер покупает артизи. Все абсолютно верно. Главное допрыгнуть, а дальше там снайпер... Как пойдет. А дальше как пойдет. А дальше как пойдет. Вот он артизи, видят его. Летит ультимейт. Тут же Патма. Поднялся ветра. А ты выйдил. Там тем временем Бэтрайдер зашел. Вторая на две части драка разделилась. Зай. Айс. Фенрир его сейвит. Артура разложили. Айс по-прежнему живой. S4 пошел в атаку. Фенрир пуржирует S4. Стрела залетает. Пролетает мимо каким-то образом. Да ладно, но вот S4 теперь надо бежать. Ну а куда же ты тут убежишь-то по шрапнелью? Я вообще сейчас всю драку пропустил, потому что я опять реконнекчусь, у меня немножко. Но тут месиво бешеное FY. FY жив. Продолжается драка. Снайпер должен развернуться и стрелять под майнесом. Блэк! Блэк! Король, какой хороший стонгейс! Все вынуждены развернуться. Стрела залетает у нас в Зая. Летает SSI по всем. По-прежнему живы. Vici Gaming ультимейт от Зая. Минус Бэтрайдер. Неплохо. Секреты. Как же хорошо Хилинг Вар тут поработал. Но бежать, S4 погибает, Зай погибает, Куроки, на нем висит урна, его спрятали, прокляли, Куроки, стрела тоже погибает, Пупей последний, Пупея засловили, это Team Vibe в исполнении Vici Gaming, потеряли только 2, убили
пятерых героев команды Secret. Ну вот, вот он снайпер. Вот он снайпер и Black, которые стояли просто и наваливали всю драку. И какой же полезный у нас Shadow Demon. Это просто, ну, очень, очень хорошо Фенрир в этой драке отыграл. У него 10-й левел уже. Если так. А сейчас, кстати, если спрятать Артура, да, или засловить. И это еще раз минус Артур. Ну, посыпались секреты. Посыпались. И Vici Gaming, за которых, я уверен, там сейчас болеют трибуны, хоть и немалочисленные, но болеют на данный момент. А Vici Gaming медленно и уверенно здесь набирает для себя такое преимущество, которое секретом будет отыграть не под силу. Да, и реконнектнулся. У меня, в принципе, происходило абсолютно то же самое. Сейчас еще разочек попробую. Я так понимаю, там некие проблемы у Secret уж складываются. Ну, но... Медуза в Shadow Demon, как бы снайпер, это, естественно, снайпер под мобом и под соул-кетчером он слишком сильно пробивает. Я говорил это при пиках. То, что будет крайне больно любому герою и есть чем убивать Бристлбека. Ну, просто есть... то, что происходило с Бристлбеком, на нем просто соул-кетчер. Соул-кетчер у нас какого левела? У нас соул-кетчер второго левела, но это не важно. Соул-кетчер просто вешается и просто... И он спиной даже бежит к снайперу, но просто разваливается. Да, там снайпер под момом. На вот запчасти. Ну и 18-7, как вы видели, 5000 голды и 7500 экспы преимущество у Vici. Графики довольно тоже интересно поменялись. Супер 9,5, сейчас мид 10-2 снайпер. Есть Сеншин Яша, есть 1000 с копейками. Слишком сильный. Слишком сильный снайпер. И да, 21-я минута. Это слишком хорошо даже для Блэка. Скажем откровенно. Да, ну супер продолжает фармить леса. Сенжин Яша у него есть, 1400 у него есть. Артур 13-й левел, по-прежнему блинк ветра. 1-4-1 у S4, 1-6-1. Ну, как бы да, все дело еще секретов в том, то что SF, как бы, да, действительно такой очень хороший герой, который должен всех убивать. У него 1 килл, 4 смерти. У Бристлбека 1-6. У Жиггернаута 0-3, а саппорты идут 3-3. И ну, второй 2-2. Ну да, саппорты там кого-то поубивали. Саппорты работают. Ну, блин, тут все герои очень плохо, у Secret те, чтобы убивать. Герои у Secret те, чтобы убивать, но они не убивают. Они идут и умирают. Это, ну, переигровочка от Vici Gaming. Я согласен, когда у тебя 0-6 просто бегает Бристл, это очень неприятно. Единственный он фраг делает где-то в драке, когда случайно кого-то зафыркал просто за компанию. Но это, конечно, неприятно. Так, Бетрайдер полетел здесь по лесам. Выискивает себе точку для атаки на Т2. Ну и Т2 будут забирать здесь Vici, а секреты пытаются смоки кого-то найти. Кстати, они реально могут найти супер. Они его сейчас уже нашли, и это минус супер. Ну, Light Shadow сразу же. Койл. Еще один койл. Очень быстро. Да и ручками там, да, все быстренько по нему мобиль. Ну, это же снайпер, в принципе, герой совершенно не толстый. И снайперу нужна поддержка. И, в принципе, здесь вообще никого не было. И вот сейчас зачем сюда прилетел снайпер? Наверное, шрапнель куда-то на Рошана. Хотел бы прочекать, есть ли кто на Рошане. Ну, и вот как раз-таки секрет заходит сейчас. Бэтрайдер цепанул Пупея. Тут же ветра от Артура. И Бэтрайдера нужно убивать. Копнули. Айс-айс-айс. Минус. FY с Фенриром зашли. 2 в 5. Пупея прокляли, убили. Убегает отсюда FY. И пришла Медуза. И Медуза говорит: пацаны, давайте общаться. Я с вами буду дружить. Артизи ультует. Погибает. Блэк цепляет S4. Цепляет Зая. Зая тут вряд ли куда-то уйти. Разве что Куроки поможет. Вот так вот. Сушат, а вот маны высушат. Это очень вот хорошо. Неплохо. Вот это вот хорошо. Все равно сейчас спрятали, опять же, S4. И S4 не может идти дальше. Не может. На развороте. Блэк немножко харасит. Ну, как сказать, немножко. Arrow полетела. Попадает сейчас в Зая. Ну, в принципе, Зая без разницы. Слушай, такая веселуха просто. Они туда-назад, туда-назад через эту речку S4. S4. Но тут уже, наверное, и уйдет все-таки он от Блэка. Но от не уйдет точно... Уроки. FY какой-то в расклад пошел. Все всех пытались убить, но в итоге из драки все равно Vici выходит победителями здесь. Да, и заходит сейчас Vici Gaming на Рошана. 9-21. В 3 раза больше фрагов, в 3 раза больше экспириенса. Ну, естественно, не в 3, всего лишь что на 5000, но все равно выигрывают Vici Gaming. Все драки выигрывают Vici Gaming. Сейчас просто осталось только зайти и разломать уже тир 2 вышки для полного преимущества. Ну а Secret
как-то будет слишком трудно сейчас камбэчить. Но на самом деле, если они сейчас перебьют всю команду Vici Gaming, то есть убьют снайпера, там убьют Медузу, слишком много денег получит Secret. Слишком много экспириенса. Ну, если, опять-таки, если убьют либо снайпера, либо Медузу, либо обеих. Но как это сделать, не ясно. Снайпер приобретает тем временем Demon Edge. Медузы 2016 левел. Сейчас будет замакшен уже сплитшот. И, собственно, после Скадей начинает появляться что? Да, пока Яша, ну, Монта там будет. Там Мека тем временем у Патмы практически вырисовалась. Здесь Бетрайдер за Пупеем на развороте. Но тут Куро, и, кстати, Пупей сейчас приплывает. Да, Пупей это минус. Вот все, опять же, очень легко для Vici Gaming. Загуливают просто по чужой территории, делают, что хотят абсолютно, и их не смущает ни один герой Secret. Вот в чем проблема сейчас. Да, пока Secret'ам действительно нечем им, грубо говоря, подрассказать. Потому что тот не танкует, тот не дамажит, а тот... Ну, да. 2-5 имеет у нас, собственно. Да, и вот она Медуза. Медуза, которой Vici выигрывали уже очень много матчей. Ну, да не только Vici, и Big God. Это китайские команды. Против них банили ее. Удивлен, как... У нас есть тоже один забанили. Китаец в СНГ Доте. Такой. Илидан. Ну, не, ну Илидан на Медузе не так часто играет, кстати. Не так часто, как... но играет хорошо. Но на играет Медузе, хорошо, на самом да. Деле. Так, тут Артизи тащит его айс-айс-айс. Если хелпа, далековато у нас. Ой, это Артизи, зря ты себя подымал, братан. Прячет его, чтобы он не ультанул. Еще проклятие. И просто расстреливает Артура. Да, очень больновато сейчас было. Ну, ты просто посмотри. Айс-айс-айс раскладывает. С 83 дэмэджа. Убивает СФа. Ну вот, пожалуйста. Два фактически айс-айс-айс вместе с Шедудемон. Ну вот просто тут настолько Шедудемон решает. Да, он просто суперово зашел в эту игру. Вот прям... То, что на, то, что доктор прописал. Ну и Медуза снайпером по-прежнему тут воюет за первое место по нетворсу. Все очень хорошо и у Дузы, и у снайпера. У снайпера 1300 в курьере что-то есть. Нет. Так, снайпер заливает тут. Просто, просто знаешь, он просто бежит, и он вообще в виду всех имел. Вы мне ничего не делаете. Да, спокойненько зашел, сейчас отжал руну. Так, ну и по золоту уже есть десяточка, по экспириенсу даже уже 12 тысяч выигрывают Vici Gaming. Вот, начинается как раз-таки это, что я и говорил, забрали Рошана, сломали вышку, сломали сейчас вторую вышку, убьют еще вдобавок кого-то. Вот оно, пошло, пошло, поехало, и начинают сейчас Secret действительно уже лажать. Ну, то есть тогда да, еще было да, 7-6 тысяч, уже, ладно там. Уже 12. Это отыгрывалось еще там 7-6, а здесь Медуза, в принципе, уже с Яшей 1500 золота, и снайпер, который не обращает внимания на Бристлбека, это... Да, снайпер тут вообще ни на кого не обращает внимания, разве что кроме Леона, потому что Леон может там захексить, ультануть. На, тем более тот еще и с Момом, если будет добавок. Так, здесь Бэтрайдер в инвизе, в чужих лесах. Можно искать Пупея, можно искать... Ну, в принципе, все. Только Пупея искать здесь нужно. Так, ну что, и снизу. Айс, айс, айс. И вот он, С4. А почему бы не прыгнуть на него? Я не вижу причин не прыгать на С4. О, БКБ! БКБ. Удивительно, но прокляли и все равно... Здесь замедло, и все равно слишком больно сейчас получает Бристлбэк. Но уйдет. Должен уходить, хотя подключился Блэк и... Нет, выживает, выживает, жить, жить. Нет, 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 не выжил. Блэк просто с супером с остальными расстреляли. Там на топе пытается Т2 разменивать секреты. Они понимают, что здесь им в драке вообще ничего не светит. Пытается опять надурить как-то, как на первой карте. Но тут уже Блэк и компания не поведутся. Они отсюда не уйдут, пока не снесут сторону. Почему? Да, Артизи остался, старается хоть что-то там сделать. Куроки есть, в принципе, также рядом. Но вышечка упала снизу. Бараки сейчас тоже упадут. Байбек делает Бристлбэк, будет пытаться здесь отбиваться, там тем временем Пупея цепанули. Змейка, вот он Кура, его тут же прячут просто, и Кура сейчас погибнет. Стрела разорвала Куроки на запчасти. Куроки, ну, Артизи там сносит Т3, ну блин, ну и что дальше, ну снесешь ты Т3.
А других вариантов, в принципе, у Secret-то нету. Ну, да. Нужно как-то стараться отбиваться. Милишный барак все-таки уже упал. И сейчас Вичи Гейминг, я думаю, будут со скроллов улетать или на развороте драться с Бристлбэком. Хорошо, S4. Но сейчас протерпел гораздо меньше. Просто не терпел вообще. Ну, тут Пупей тоже никуда не уходит. Его расстреливают. Минус 3. Артизи на топе дерется с Айсом. Кстати, убьет у Найса сейчас. А, нет, блин. И убьет Артизи Айса. Вот Блэк тут Артизи не отпускает, конечно. Минус Артур. Бараки упали. Четверых убили ребята из Вичи Гейминг. Тут только Зай живой. Фенриер спрятал его. Тут же Куру рядом. Ну, стрелу нет смысла пускать, зато Кроки можно расстрелять. Кроки фиксанул, да, ну тут... Зая, да. Зажали свои же иллюзии возле маленького туалета. Здесь смотреть особо-то уже и не на что. Просто блеск. Да, просто... Вичи Гейминг просто... Просто супер игра от них. Действительно, очень хорошая игра от Вичи Гейминг. Ну и Вичи Гейминг. Ничего не могут сделать, Секрет. Вичи Гейминг в финале виноров. Вичи Гейминг повторяет свой путь Интернешнла. Этот раз с Блэком, ну вот. Вичи Гейминг уже в топ-3. Первая команда, которая гарантирует себе топ-3. Ну и будет интересно, если они, например... ну и у нас, что интересно, еще остались две команды, которые имеют шанс войти в топ-3. Это ЕГЭ, которые тоже были в топ-3 на Интернешнле. И команда Ксяоэйта, которая тоже была в топ-3 на Интернешнле. Ты прям похоронил уже сейчас Секрет. Не, Секрет, да, я уже давно похоронил. Тут уже, извините, конечно, но тут шансов никаких нету. Тут, ну, посмотрите на эту битву. Ну да, действительно, падает куда? Уже и вторая сторона сейчас в Блэку. В принципе, без разницы, он просто стоит и дерется Артизи. Ну, вот. Ничего не смог. Привет сделать, Артуру. Артура нет дэмэджа, его тут же разрывает. Байбека нет. S4 в БКБ тоже, к сожалению, погибает. Ультанули там в F-Y, но вот они, ну, минуса. Да. ГГ. Победа Вичи Гейминг. Очень удивительная победа, и все-таки... Ну, как удивительная. А коэффициент на них был ужасно высоким. 3114 или что-то такое, или даже там больше. А никто в них не верил перед этой игрой, скажем так. Ну, Еул, СФ, вот как... Вот НС пишет, Еул, СФ, клоун Дота. Я согласен. Это реально... Хреновая дота. Это вот просто-напросто хреновая дота. Вот мне тоже не нравится это решение, скажем так. Мне вообще не нравится этот артефакт на SF. То есть я не говорю, что он мне не нравится вообще. Но на SF я считаю, что это Но есть куда полезнее артефакты. Может, то же самое, в принципе, на ГРБКБ собирать, как это делалось раньше. И вот такие вот SF нравятся, по-моему, всем. То есть Dagger BKB, ты прыгаешь, начинаешь там ультить, что-то вообще из себя делать. Ну, там был, опять же, Батрайдер, и очень сложно было бы вообще что-то придумать. Да о чем мы говорим, Бристлбэк на легкой линии 0.5 изначально, это, ну, сам себе руинер просто. Ну, типа того, так тоже можно сказать, ну... Да, Вичи Гейминг как раз-таки отбивали вот эти вот атаки Secret, и из-за этого я так говорю, то, что Secret, скорее всего, нужно было бы стоять и фармить. Но кто знает, на самом деле, как стоять и фармить против Медузы. На ваших экранах обновленная сетка турнира Вичи Гейминг в финале Винероу в Team Secret в третьем раунде. Сетка лузеров. Team Secret сыграет с лучшей командой из четверки Rave, Hellraisers, LGD и IG. Вот кто, собственно, из этой компашки станет лучшим из этих четырех команд, тот, собственно, будет играть против Secret Team в третьем раунде. Это будет уже, если я не ошибаюсь, завтра. Ну, по-моему, завтра. Да, ну и что? Нас ждет еще один матч сегодня в сетке Винеров. Evil Geniuses будут играть против Big God. Эта игра, не знаю, когда именно конкретно она начнется, но где-то в ближайшее время она должна начаться. Я же вам тем временем показываю довольных зрителей в Китае. Довольных, я тоже, пожалуй, на них посмотрю сейчас. Довольные зрители. Ну, мало пока людей, ну, правда, больше, чем на фотографиях там, которые с утра нам скидывали наши ребята. Но все равно людей мало. Ну, опять-таки, мы понимаем, что это все-таки будний день, как ни крути. И дело пойдет ближе, скажем так, к выходным. Точнее, завтра, послезавтра
обязательно людей будет намного-много больше. Ну, покажите нам хотя бы, как команды друг другу там руки пожимают, что ли. Что не показывает нам. Да вообще, в принципе, пока что сцену не показывают. Показывают один там зал, насколько я вижу. Ну и все равно людей хватает, я хочу сказать. Естественно, это еще не последний день турнира. Это только начало, да и все равно как бы людей уже много. Да, ну, достаточно, опять-таки, нам показывают опять комментаторов китайских. Ну, да ладно, ну что, Vici Gaming 2-1 выигрывают, и, собственно, ну что, мы уходим на паузу,